Это, подожди, вот склад табличек они обозначали. Да, где минные поля. Это вы поснимали уже то, что... Да, вот она, МОН 90. Вот, моночка такая. Это украинские солдаты ее тут бросили. Было 5 штук, осталась одна. А это пехотная ОЗМ. Мина. Вот она. Зачем-то ее распиливали. И тротила еще. Причем тротила тут очень много. И стоят они в ямках. Я смотрю, противотанковых мин здесь вообще как... Очень много. Но они пытались заблокировать дорогу. Просто на дорогу кидали мины, чтобы когда будет техника ехать, чтобы они на них подрывались. Хотя то есть они... даже не маскировали никак? Нет, даже не маскировали. Там в окопе валяется одна мина уже заведенная. Но ее просто столкнули в окоп, чтобы на дороге она не валялась. А так вон их. Тут штук 5, там штук 5, там дальше штук 15 еще валяется. Это их очень много. А сколько еще по округе вы просто не просмотрели? Точно еще неизвестно, но очень много. Говорят то, что тут очень много было противотанковых. Но они готовились, то, что вот мы въехали, и танки наши подрывались на них. Также вон МОН-90 они использовали. Причем МОН-90 такая вот крупная, большая. В Украине она запрещена. Вот, вот такую поставить против пехоты на той же самой дороге. И БТР может разобрать, если повезет. Теперь мы будем ее использовать против них. А так все. Все, у нас тут нету. А тротил шашек у нас почти что 400 кило уже. Это мы только в этой Макаровке собрали 400 килограмм. По всей Макаровке разбросаны в окопах, в домах. В одном доме вообще 200 килограмм нашли тротила. Плюс в окопе сейчас вот тут 100 лежит килограмм. И еще где-то там в конце села еще килограмм, по-моему, 80. А окоп украинский? Да. Покажешь? Без проблем. Окоп украинский, сейчас мы до него пройдемся. Тут, в принципе, все, где ребята сидят, это украинские окопы. Раз ящик, два, три. Три ящика. И причем... Что они могли минировать такими объемами взрывчатки? Вот какие могли быть планы? Дома. Плюс вот тут в них домах находились, вот в этих двух домах, находились инструктора. И как мне сказала разведка, тут были даже иностранцы какие-то. Вот. А минировать они могли все что угодно. Могли заминировать дорогу. Могли заминировать села и потом подорвать. Потом подорвать могли дома же эти, чтобы не оставлять следы. Очень много выстрелов от РПГ. Как и чешские, так и советского производства. Там а иностранного производства много вообще оружия, трофеев? Ну, дней 5 нам назад привозили турецкий этот гранатомет одноразовый. СВР, по-моему, называется. Вот. И тут еще в селе валяется штук 4, по-моему, чешские выстрелы к РПГ 7. Ну, ребята теперь будут по ним стрелять, если они вдруг что-то придумают.